Уже утро, пора вставать. Застелю-ка я постельку и пойду смотреть телевизор. Интересно, какая сегодня передача идет по телеку. Так, я точно красиво выгляжу? Красиво. Ладно, пойду посмотрю телевизор. Сегодня на завтрак у нашей семьи будет овсяная кашка. Лизе очень нравится. Сейчас сварю. О, уже же утро, пора Лизе просыпаться, и Миле тоже. Сейчас сначала пойду к Миле, потом скажу к Лизе. О, Милочка, привет, ты уже проснулась? Я вам проснулась, не мешай, у меня очень интересная передача. Значит, не мешай, я тебя на завтрак хотела позвать и разбудить. Давай, чтоб через 5 минут была уже на завтраке. Сейчас пойду нашу меньшенькую будить, Лизу. Да, мам, хорошо. Кстати, а ты знаешь, что у нас вчера была контрольная? Да? А что получила по ней? 5-ку, мам. 5-ку? Да ты моя умничка. Продолжай так же учиться хорошо, как ты делаешь это сейчас. Хорошо, мамочка. Ладно, я тогда пойду к Лизе. Пойду ее разбужу. Хорошо, мам. Лизочка, вставай, мое солнышко. Не хочу, мама, можно мне еще поспать? Нет, нельзя. Вообще, ты уже болеешь 3 дня. Ты уже выздоровела. Вставай и идем в садик. Да, мам, и вправду я чувствую себя уже получше. Да ты моя умничка. Ой. Какая воспитанная ты у меня девочка. Но все же я вставать не хочу. Переборщила с воспитанной. Ой, ну воспитанная ты у меня, она и воспитанная. Просто немножко Соня. Ну, Лизочка, ну вставай. Нет. Ох. Не знаю, что с ней делать. Ой, мама, что ты сидишь на полу? А мне ты раньше не разрешала. Ой, какая Лиза. Ой, устала я сегодня, знаешь, так сильно. Вот и присесть захотела. А, понятно. И правильно, а то пока нашу маленькую разбудишь, нашу Лизу, уже волосы дымом станут, и ноги уже не держаться будут. Хотя знаешь, я знаю один способ, как ее разбудить. От этого она уж точно не откажется. Лиза, если ты сейчас встанешь за 5 минут, то я тебе дам самый большой, самый вкусный леденец. А, леденец? Уже встаю. Все, я уже встала. Ого, как ты это сделала? Мама, ты что, не знаешь, что она очень сильно любит леденцы на палочке? Кстати, да, леденцов на палочке. Где он? А вот когда проснешься, когда покушаешь,
Когда зубы почистишь, умоешься, тогда я тебе дам. Мам, а на завтрак что? Овсянка, деточка моя, овсянка. Овсянка? Я думала, чашка конфет. И нет, чашка конфет — это было бы слишком много для тебя. Нет, нет, не хочу, я хочу чашку конфет. Не хочу. А, так ты леденец не хочешь? Нет, не леденец, а овсянку не хочу. Да ну вот что с ней делать? А, ну тогда ты и леденец не хочешь. Раз ты овсянку не хочешь, значит, и леденец ты не хочешь, ведь ты его тогда не получишь. Вот так, ребята, так всегда. Когда хочешь что-нибудь хорошенькое, никогда. Сначала то сделай, потом то. Потом уже только получишь. Эх, ладно, пойдемте на ваш завтрак. Будем есть эту невкусную овсянку. Ну что, за мной? Навстречу к овсянке. Подождите меня. Вот так, ребята, теперь вы знаете, как заставить свою младшую сестру съесть невкусную овсянку и проснуться пораньше.